Хай-хай-хай, дорогие друзья! Чемпионат России 23-го года. На старте многоборки, дистанция 200 метров. Полетели! Вторая дорожка — Диана Горюнова. По третьей дорожке — Агния Лапцова. По четвертой побежит Елена Ермолина. Дорожка номер 5 — Мария Зайцева. По шестой дорожке — Елизавета Сигарева. Седьмая — Лидия Садыкова. И по восьмой дорожке — Анна Бучкина. Борьба на финишной прямой. По третьей дорожке — Агния Лапцова набегает. Агния Лапцова выигрывает первый забег с результатом 26-28. Второй забег у многоборок. Все лидеры на старте. На ваших экранах лидер сезона, юная многоборка, Софья Якушина. Сейчас будет рестарт. В многоборье фальстарты допустимы. Во втором забеге по второй дорожке бежит Юлия Сахацкая. Елизавета Слободенюк, дорожка номер 3. По четвертой дорожке — Валерия Москвитина. Лидер сезона — Софья Якушина — побежит по пятой дорожке. Марианна Бакосова, Алина Подгорнова и Светлана Антошина, участницы второго старта. Софья Якушина вырывается вперед и наращивает преимущество.
Софья Якушина, 24.01. Неплохой результат для многоборья. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.